Добрый вечер, дорогие друзья. Хочу снять еще один обзорчик. Суть обзора в том, что пришел кривой чехольчик. И снимаю его для того, чтобы вы знали, что не надо бояться заказывать на AliExpress. Если что-то не так, вы всегда можете оспорить, открыть спор, разобраться вам или вернуть деньги, или же вернуть товар. В общем, суть спора в том, что, во-первых, прислали не тот чехол. Картинка из чехла, чехол должен быть вот такой вот, не чехол, бампер. Мне прислали его вот такой вот. Мало того, не та картинка, видите, еще криво наклеена. Вот, криво наклеена. Значит, что происходило? Я, значит, написал продавцу, что дорогой друг, так и так, пришло не то, что мне надо. Он мне пишет, что, ну, понимаешь ли, значит, я тебе отправил чехол для LG L60, и вроде как все, что ты от меня еще хочешь. Ну, мы же на этом не остановились. Я решил, раз он не хочет по-хорошему, значит, будем открывать спор. Открыл спор, вот спор, предоставил доказательства. Предоставил доказательства, фотографии чехла, что он действительно не такой, какой должен быть. На что он мне пишет, что привет, друг, мне очень стыдно, что пожалуйста, отмени спор, и я тебе все верну, и будет тебе счастье. Ну... Я не повелся я на его разговоры, потому что он не прав. А это я могу спокойно доказать. А доказать я это могу выноской. Выноску эту можно прочитать в товаре. То есть, когда вы покупаете какой-то товар на AliExpress, у вас всегда... Всегда идет сноска, что вы можете вернуть товар в течение там. Если будет товар некачественный, то вам вернут деньги в течение там 30 дней, 40 дней и все такое. В общем, ну, разговор не о том. Значит, спор мой подтвердили и деньги мне вернули. Вот. Вот в чем суть спора. Так что не бойтесь заказывать на AliExpress. Заказывайте, покупайте, деньги вам будут возвращены, если что не так. Так что не бойтесь спорить, не бойтесь заказывать. Они хоть и китайцы, но все-таки здравомыслящие ребята. Так что всегда можно с ними договориться. Все, всем спасибо, ставим лайки, подписываемся. Всем пока.